Все, в принципе, просто и больше шло по наитию, чем какому-то плану. У меня появился в руках этот старый табурет. Я уже не помню, то ли даже, по-моему, со свалки привытащил его. Он выглядел прикольно, мне понравились эти конусообразные ножки. Ну а дальше просто шло восстановление, и то все только из головы и плана ноль, поэтому так получилось.
Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, посмотрите два вот здесь стареньких видоса. И пока!